Кухонные инструменты часто можно использовать не только по прямому назначению. Взять, к примеру, ложку для спагетти. С помощью отверстия в ее центре можно отмерить одну порцию сухих макаронных изделий. А для чего нужно отверстие на ручке сковородки? Давайте поговорим об этом. Ручка ковша или сковороды имеет не менее полезное отверстие. Самое очевидное, для чего его можно применить, подвесить за него посуду на крючок. Это довольно удобно. Вместо того, чтобы загромождать шкафы стопками ковшей и различных сковородок, их можно повесить, даже в тех же шкафах или на стене. Так места они будут занимать гораздо меньше. Отверстие на ручке сковороды может понадобиться вам и во время приготовления вне какого-то блюда. Ложку, которой мы перемешиваем содержимое, обычно оставляем в посуде или кладем на рабочую поверхность столов. В первом случае ложка греется, а если она сделана из пластика, может начать плавиться. Во втором, что очевидно, пачкается стол. Есть решение. Просто вставьте конец ложки в отверстие на ручке сковороды. Тогда соус, которым она покрыта, будет капать не на рабочую поверхность и не на плиту, а обратно в посуду. Итак, теперь сковорода не будет мешаться в шкафу, ведь вы знаете, что ее можно подвесить. А ложка, которой вы мешали соус, не испачкает плиту или стол. Не правда ли, полезное отверстие? На этом все, дорогие друзья. Если это видео вам понравилось, пожалуйста, поделитесь им с другом и поставьте палец вверх. Пока-пока!